Иван Андреевич Крылов. Вась, собака и лошадь. У одного крестьянина служан. Собака с лошадью считаться как-то стали. Вот, говорит, дворовая большая госпожа. Помни, хоть бы тебя совсем за ворот согнали. Велика вещь возить или махать. Об удовольствии твоем другого не слыхать. И можно ли не равняться в чем со мною? Ни днем, ни ночью я не ведаю покою. Днем стадо под моим надзором на лугу, а ночью дом я стерегу. Конечно, лошадь отвечала, твоя правдивая речь. Однако же, когда б я не пахал, то нечего тебе здесь было